Здоровье женщины-матери – важная часть работы городской больницы номер 3. Несмотря на широкий профиль оказываемых медицинских услуг в лечебном учреждении, особое внимание уделяется именно вопросам гинекологии. Для этого здесь созданы все необходимые условия, а какие именно, узнаем из сюжета наших корреспондентов. Здоровые женщины – здоровые дети, а здоровые дети – это залог здоровой нации. А здоровая нация – это мощь и процветание государства. Больница, построенная муфтиатом Республики Дагестан, дарит здоровье. Отделение гинекологии в Третьей городской предлагает самый широкий спектр медицинских услуг. Сказать, что здесь все оборудовано по последнему слову техники – это самое простое. Ну а если в деталях, современное медицинское оборудование плюс профессиональные специалисты позволяют проводить весь спектр качественных услуг, начиная с консультаций, заканчивая сложными операциями. Уникальность нашего отделения заключается в том, что в рамках одного отделения мы выполняем весь спектр гинекологических операций, преимущественно малоинвазивным доступом, в том числе высокотехнологичные органосохраняющие операции, операции эстетической гинекологии. Также хочется отметить, что у нас есть возможность выполнения сочетанных операций совместно с хирургами. Самое важное значение в медицине имеет квалификация врача. Именно от знаний, навыков и способности поставить своевременный диагноз и зависит дальнейшее лечение пациента. В Третьей городской такие специалисты есть, поэтому свободные койки в отделении – большая редкость. Врач высшей категории Мадина Лайпанова говорит, что в гинекологии даже палаты должны соответствовать определенным требованиям. Чистота, просто просторно, светло, очень красиво. Я хочу сказать о Рашиде Валерьевне. Она очень грамотный врач, отзывчивый, внимательный. Она из таких категорий врачей, которые, слушая ее, пациенту становится еще лучше. Ну, много-много я могу сказать об этом человеке. Ну, в общем, это человек с большой буквы. В России их только 13, а на Северном Кавказе всего один. И он в отделении гинекологии Третьей городской. Знакомьтесь, аппарат Ева. Безопасная и комфортная терапия омоложения женского организма. Процедура занимает всего 15-20 минут, а эффект максимальный. Процедура абсолютно безболезненная, не требует анестезии. Отсутствует риск механического и термического повреждения ткани, то есть ожогов. Процедура занимает от 15 до 30 минут, то есть процедура называется процедура обеденного перерыва. Женщина пришла в свой обеденный перерыв, выполнила процедуру и ушла. Процедура полностью исключает реабилитационно-восстановительный период. Еще один плюс отделения – так называемые программы чекап. Они включают в себя методы лабораторной, инструментальной и функциональной диагностики. Чекап рассчитан на проверку здоровья организма людей, у которых нет времени на прохождение диспансеризации. Чекап в программу входит консультация гинеколога с взятием мазков, УЗИ органов малого таза, УЗИ молочных желез и консультация маммолога. Это все можно пройти по записи в течение 2 часов в нашем отделении. Пациентки, которые хотя бы раз столкнулись с качеством медобслуживания в данном лечебном учреждении, часто сюда возвращаются. Нет, не с претензиями, а со знакомыми женщинами, которым тоже рекомендуют пройти обследование и дальнейшее лечение в отделении гинекологии Третьей городской больницы. Сусана Халилова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.